Это время ушло. СССР никогда не возродится, я думаю, ну, потому что слишком много изменилось и слишком разными мы стали. Я думаю так. И потому что вот, ну, из-за чего вот эта Украина? Из-за того, что им вечно рассказывали, вечно, ну, потому что вот я там жил, знаю, ну, вечно рассказываю, вы Украина, вот, вы невеликие люди, вот, а Россия, они, да, он брат мощный, агрессор, а вы никто, вы работаете на них. То есть, ну, а вот это было вот такое. И, ну, мы очень разные, мы уже, и это необратимая вещь. И я думаю, что мы не объединимся, ну, а хотя объединение было бы, может, и неплохо, ну, я считаю, для экономики. А экономика сейчас это главное.